Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Енот, Мув, Портал, Слендермен. Пацаны, поздравайтесь! Хай! Давно у нас не было ролика обзора на классные NPC-шки. Сегодня у нас не просто NPC, а именно пак очень крутых боссов с разных игр и фильмов. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Серега, первый пошел у нас Боди. Кто знает, пишите в комментариях, откуда, из какой это игры. Серега, давай, говори. Это полисмен, который, это, если вы несчастливы, вас побьет своей палкой, убивалкой. Да? Да. Это босс? А что его боссом сделали? Да, это обычный, по сути, NPC, который возьмет это и побьет вас. Опа, опа, пошел. Ого, он псих. Ты дурак, что ли? Я так испугался его. Резко, резко пошел. Так, погнал, погнал, псих какой-то, убийца. Че, просто бегает? Нет. Походняк похоже, да, как с игры? Очень похоже. Хорошо, давайте сделаем дальше обзор. Мы потом их уже в конце ролика поставим всех и посмотрим, что они умеют. Буфи. Муфи, музыка, конечно, очень крутая. И цепь у него, да, слышно, прям круто сделано. Это скорее всего с этого, Дима, с амнезии. Это нет, это не с амнезии. Откуда это? Амнезия есть такая игра, знаешь? Хоррор игра. Проверяем, что он может. На тебе. Пошел, пошел, на. Ой, звук ножичка слышу. Чикнул тебя, да, Серега? Чё не бегает? А, еще погнал, нормально. Так, поехали. У нас их очень много, надо успеть всех посмотреть. Крис Вакер. О, это из Outlast'а психопат. Вот это психопат. Вам бошку просто свернуть. Маленькая свинка. Он тебя свинкой назвал, Димас. Как ты сказал на меня? Адвинский пистолет его не убивает. Да ладно, смотрите. Адвинский пистолет не убивает. Читер. А, ты со спины ножичком хочешь? Это... это красиво умер. Не, Серега, он не убивается реально, даже адвинский пекаль. Кстати, первый раз вижу, что нельзя убить его так. Его только призрак убьет. Кто? Призрак убьет. О, кстати, это со скримерами. Давайте проверим скримаки ихние. И рассмотрим его. Да. Так, проверяем. Прощайте. Как скримачок вам? Воу. Вот это он псих. Проверяем дальше. Я удалил его? Удалил, удалил. Это жесть. Вуди. Пошел, пошел, пошел. Будем сразу их ставить. Че их рассматривать? Змея, змея в этом башмаке, текайте. Давай, давай, давай. Кто? Змея? Да. Ну, ты, ну, я могу ты его все... перепрыгнуть. Серега, двойной прыжок. Да я его кружить могу, смотри. Я с ним танцую, Димас. Танцуйте в танцы с ним вдвоем. Они бессмертные, Серега, их нельзя убить. А это не я стреляю, я попаю. Это я стреляю этим админским пекалем. Может стоит бессмертие? Да ладно, как такое может быть? Я знаю, что я его убью. Неуязвимость, давать оружие перевозрождения. Нету. Урон между игроками. Должен убивать. Бессмертный, очень странно. Но при этом круто. Corrupted Woody. Ах ты, блин! Это жесть. Так прикольный скример у него, реально крутецкий. Ты какой-то крипипастой попахивает. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Да, они не убиваются. То, что вы по ним стреляете, это все очень глупо. А зачем таких боссов делать неубиваемых? Ого, с палкой! О, это доктор. Это доктор голожопик из Аутласа. Прикольно сделали. Ну, он нам пальцы отрежет. Все пальцы отрежет. Да? А ну, замочи меня. Ого. Так меня убил не он, а енот убил взрывом. Ай. Он на!
отрезал мне палец. Такой звук прикольный. Один из самых лучших NPC и пак боссов. Потому что реально круто сделано. Давайте дальше будем смотреть. Хитлер. О! Это Гитлер. Смерть Гитлеру, мочите эту радость. А чё он не убивает никого? А ну есть скример? Скример. Не убивает? Вот это у него походняк. Так руками машет. А, просто ножичком чикает, понял. А, так придет. Лайнг фигуре. О, что это на этом катается? На коньках что? Это, короче, Димас, тварь с этого. Ой-ой-ой, жестко. Прям вообще. Надо звук вот так сделать. Прям нереальный. Давай, мочи его мечом. Нормально, поджопник. Ого, он кислотой стреляется. Или она, или оно. А, манекен. Манекен. О, это с этого, это с Silent Hill тут. Вот это она стрёмная штуковина. Реально стрёмно. Побежала наверх. Ног нету. Просто бегает и всех мочит. Ладно, давайте дальше. Нурси. О, что это за кабака? Это медсестра тут из Silent Hill. Эй, енот, слышишь, слазь к нам. Секунд вонючий. А что это в руках, труба? Ах ты жопа, ударила. Хлопцы, помогите. Хлопцы, не помогайте Сереге, пусть мочит. Прикольно. Вы-то стреляете, но они бессмертные. Ори Буги. О, прикольно. На высшем уровне пак сделанный. Все прям оригинальные боссы, все четко. Воу, прикольно, прям звуки сдает. Серега, ты прикольно отлетел. Дальше. Savior Lord Garden. Это о, Габен! Да ладно! Когда Half-Life 3 выпустишь, ты, блин... Прикольно, прикольно. Меня забанил. Я реально проверяю, забанил или нет. Ладно, Габенчик, оставим тебя в покое. Паранойя. Воу! А чё он такой быстрый? Я постарался, Димас. Воу, ты самый лучший такой именно пока NPC. Ну замочи меня. Офигенный скример! Надо стоп-сом прописывать срочно. Удаляем. Это самый такой именно, самый эпичный скример. На тебе голова конченая. Воу, Серега, посмотри этот скример, тебе должен понравиться. Нет, я не хочу, я насмотрел все скримеры в разных играх. Офигенная башка. А эта башка меня сейчас это вообще в гроб отправит. Да не, не должна, Сережка, все будет четко. Дальше. Продолжаем. Псильтлер. О. Воу-воу, музычка играет. Прикольная музыка бегает. Короче, он такой же самый, просто более прикольнее. Пирамид Кэс. На, сразу. Серега, он псих какой-то, помогите. А что это с него вылетает? Что это происходит? Это с него вылетает какая-то кабака? Тихо. Какая-то жесткая творится бахханалия. А вот такой пирамидоголовый. А, так вы по нему урон такой наносите. И что дальше? И ничего. Да, странно. Не дают ему никакого шанса. А чего вы его замораживаете? Ремнант. Воу, прикольный челик. На тебе, это тебе не спасет так. Это так не работает. Ой, извини, Димас, обстоятельства. Бывает, я понял. Прикольный челик. Медленно он бегает. А-ля-ля-ля-ля-ля. Такой походняк. Такой, знаете, ну, никакой. Это когда я на работу в пиццерию, да, иду?
Ой, прикольно. Ой, SCP-1499. SCP-1499. Самый лучший пак на босса. Все, что хотите, у вас тут есть. Вы его не убьете. SCP-862. Ты дурак, что ли? Почему такой маленький, он больше? Да, он должен быть больше, реально. Побежал, побежал, побежал. И что будет? Просто гасят. Да, а он бессмертный, отлично. Так, дальше самое интересное. Серега, бешеный Шрек. Админский пистолет не берет, да? Ой, извини, я... А, нет, я его спас от этой неизбежной смерти от Шрека. Вообще жесть. Орет и так медленно бежит. Да не, он так будет долго нас убивать. Тимурус. Ой, быстрый, ой, быстрый. Ой. Серега, прощай. Прощай. Я прощай. Нет, я буду держаться до последнего. Мне убил, не убил меня. Прощай, прощай, прощай. У меня нет слов, потому что жесткий куст. Ха-ха-ха, я его перед лицом удалил. Это было эпично. Вилагер. Ой, прикольная так музычка. Так... Нифига себе вы его колбасите. Ой, это жесть. Побежал, 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 побежал. Серега, прощай! Ой. Точно, что босс? Давай, 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 давай. Ого, урон проходит. Хорош. Вы психи. Хорош. Приятельство. Так, и Вуди. Скример есть? О, скример прикольный. Серега, пронаблюдай. Он меня не хочет, он за Пикачу. Такой, знаешь, моргает там потом. А, все понял. Хорошо, пацаны. Готовьте бомбу. Кто там из вас? Я готовлю. Давай, готовь. Я скажу, когда взрывать. Это будет, ребята, очень сильно вакханалия, но вы не расстраивайтесь. Гаррисмут не вылетит. Постараюсь поставить всех. Давайте улетим. Можно от них. Бомбу? Нет, еще рано. Серега будет взрывать на счет 3. Я скажу, когда. Давайте всех, всех, всех. Все, Серега, давай, на счет 3 взрывай. Раз, два, три. Не убила? Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Крошка, Крошка, Гусанек, Радекс, Ваня, Вас Обескромник, Данила, Хелтфан. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем здорово. Всем привет. Серега, не бань. Сегодня добавили очень классный мод, который мы уже делали раньше обзор, но его обновили и добавили еще 2 пака классных NPC. Если будете кушать, приятного аппетита, а у нас обзор на Slender Fortress версия 2. Погнали. Ой. Ого, ого. Она быстро, она быстро жестко. Жестко, да, убивает? Да вообще. Оп, стоп. Выключаем, выключаем. Так, давайте стоп, проверим, спичка. Смогу я в нее вселяться. Стоп, подожди. Стоп. Я случайно... Вы не стреляйте, подождите, я отключил ее. Давай, давай. О, во, я могу теперь бегать за нее. Оба. Оба. Так, а ну-ка давайте, мочите, проверяем, сколько жизни. Давай. Классные скины. Может, когда-то используем в роликах. Ого, дырки остаются, но ничего не происходит. Многовато жизни, пацаны, многовато. О, смотрите, мне прям запекается. Готово. А у Воки. Раньше он был 2D-шным, теперь он 3D-шный. И такой вот прям прикольный челепиздрик. Погнали, смотрим, что он умеет. Майкл Джексон. Ого, он быстро. Ой-ой-ой-ой, я хотел в последний момент прыгнуть, но не могу. Не, ребята, он очень мощный. Досмотрите ролик до конца, потому что в конце мы поставим всех NPC и будем выживать. Будет очень круто. И на моем канале теперь можно стать спонсором и получить классный ролик, плюшки и эмоджи. Так что смотрим и не теряемся. Убили, молодцы. Кладия. Воу, что у нее с глазами? Посмотрите, пожалуйста. У нее, пацаны, это косоглазие, это реально косоглазие. Дима, давай, включай. Ты прикольно бегает? Воу! Спайдермен. Псих. Ой, уйди. Так, давайте, как она бьет. Нормально.
Ого, за ней прикольно играть. Она такая быстрая и бьет с одного удара. Опа! Для роликов использовать. Опа! А, ты думаешь, что уклоняться будешь? А я тебя убью. Конечно, не убьешь меня. Зря ты так говоришь на меня. Я осьминог. Смотри, смотри, главное подловить. Подловить. Только не по мне стреляйте. Нет, Тим, это так не работает. Ладно, ладно, ладно. Ну прикольно, прикольно, черепик дриха, мне нравится. Она прям какая-то поглотительница пуль. Мне кажется, у них по 10 тысяч жизни где-то вот так вот. Да. Корруптер Джейсон с мультика «История игрушек». Мексиканец. Такая страшная. Псих тоже опять. Так а она так бегает? Она когда бегает, она как будто назад идет. А ну проверь, как бьет. Дима, не все так быстрые. Дима, может это ты читы используешь, что они? Да блин, она как-то странно очень бьет. Ну, тяжело по ней это ей попадать. Хорошо, давайте, у нас их очень много, надо всех успеть посмотреть. Так. Вот такой челепиздрик у нас есть. Это Вуди. Да. Яйца. Офигенный, да, челепиздрик? Он офигенный. Дейт Клау. Офинтед, как и монстр. Так и... Офигеть! О, чупик обалденный. А он такой быстрый, кстати. Валяйте! Ну, такой. Мне кажется, он более слабее. Вуди сильнее будет. Фрэнк Манера. Смотрите, какая у него пила в руках. Ого, он странный. Так у него лицо такое похожее на кого-то. Мне показалось, что его лицо похоже из GTA 5. Да, Тревор. Догадались. Это только мне одному показалось. Офигенный бензопилист. Смотрите, как у него походка прикольная, смотрите. Так такой, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, hold fun, ты чё, не пользуешься оружием? Обстоятельства. Коро Мажима. Оооо. Офигенно, да, челепиздрик? Так, значит, я вселюсь. Ого, он крутит вертухи. Офигеть. Он головой в живот. Офигеть, он бьет! Замочили, замочили, жизни не так много у него. Хэр. Ого, ты в лицо выстрелил с дробовика, это было мощно. Нифига себе, она убивает! Блин, такая прям статуя стрёмная. Ставьте ночи повыживать с ней. В ночной карте. Это крипово. Это будет очень крипово. Ансанити. Так. Ансанити вот такая у нас есть. Сейчас посмотрим на всех, что у нас в этом паке остались. Рейдж Снайпер. Ой, это тоже. Да, остался. Шау Рунер какой-то. Их переделали, он уже не такой. Улучшили. The Rake. Ой, Рейк вообще не такой. Он вообще какой-то стрёмный. А чё он такой вообще стрёмноватый? Смотрите, как взяли шерсть на спине. Для Гаррисмода необычно, да, графон такой? Да. Я вообще-то обид на халфан. Сам ты стрёмный. Так, давайте дальше. Давай. The Рейк. А, есть. Виладжер. А, помню этого челепиздрика, да. Вилар. Якудза Кирюи. Что это? Якудза Кируи. Вообще же... А, с коленочки. Музыка прикольно играет. Прикольно, да? Смотрите на меня, пацаны. Давай. Ну,
Ого, он псих. Так, вилладжер. А ну-ка, давай, вилладжер. Фуя! Нифига себе. Рейк. Фуя! Тихо, тихо, Димас. О, бензопилист. Разречался. Ого, я бегаю, смотрите. А чё мне с походкой? Как-то странно, камера так работает. А бег. Хорошо. Да, иди сюда. По башке тебе. Так, я его в каком-то паке уже видел, этого монстра. Похоже, копируют их. На популярный какой-то. Так, мы поняли. Так, мы уже вселялись, похоже. Поехали дальше. Босс. Ариапе какой-то. Они тут все боссы. Астольфо. Больше, еще больше. А, маленькая, да? Я ее оседлал. О, у нас еще что есть тут? Клаудия. Ой, вообще жир. Курукты Джесси. Куруди Води. Ну, вообще стрёмные. Инсанити. Ну что, пацаны, вы убегайте. Я сейчас их включу. Три, два, один. Поехали. Ой, я даже не успел. А чё они так быстро бегают все? Ого, скример. Убегай, Димка. А, можно вот сюда забежать. Мне кажется, они не успеют сюда забежать. Мне кажется, они не догадаются сюда дойти, да? Давайте посмотрим, смогут, не смогут. Дима, а ты ого, где? Они лазят, вы видели? А ты где, Дим? Они сейчас залезут до меня, надо валить. У Дима, давай. Ух ты! О, блин, я так дернулся. Дима, бери Гордона Секрета и бегай. Да не, я хочу так повыживать по скиллу. Я ж не ты, читер вонючий. Бегайте со своим Гордоном Секретом. Ну, это же ж как, ну не то. Чё, пацаны, получается? Я могу вам помочь, не хотите? Тварь. Ты моих подписчиков будешь батон крышить? Ай-яй-яй-яй-яй, прикольный скример. А чё будет дальше? А не, просто Дима, вот так вот. Так. Всех убили, не? Нет. Эй, отвали, это психичка за мной бегает, я ее боюсь. Где она? Где она? Ай. Вот она лезет. А нет, она не лезет. Она по стене, по стенам лазит очень жестко. Ух ты. Так, NTT, давайте все-таки пушечку эту поставим, мою так, любимую. Стреляйте по ним, отойдите. Во. Блин, не вижу. Ой, по своим стреляю. Блин, Вуди! Ребята, кто хочет записывать с нами, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти с нами и записать. Вот сегодня записываю двое новеньких подписчиков. Но не прям... Пацаны, ну как вам? Битва была. Нормально. Ну как вам, хлопцы? Интересно, они залезут ко мне сюда или нет? Они не убивают. Не убивают? Их. Они моментально, да, как-то убивают вообще? Да, а нельзя вообще. Убежать, тут скример. Залезет, не залезет. Пацаны умирают только так. Давайте и поставим в разных местах спауны, чтобы они как-то выжили. Потому что я буду так же самое с ними сливаться. Вот так даже сделаем. Ну что, пацаны, вам немножко помог? Да. Теперь вы умираете немножко медленнее. Так, никто ко мне залезть не может. Ого, там что творится. Они такие быстрые. Давайте спрыгнем. Не, мне кажется, это нереально, да, выжить с ним вообще? Они очень жестко мочат. Очень жестко. Блин, они такие... А их невозможно убить? Можно. Возможно. Возможно? Димас, бери эту пушку и просто шмаляй. Все, хорошо, я так и делаю. Давай. Ой, чуть-чуть надо подудалить. Сильно много поставил. А вот так вот. Но они не все умрут, но парочку сдохнет. Ага. Ай-яй-яй. Не? Не хотят?
не хотят умирать. А вот, а, не, мы только мы хотим, да, умирать? Хорошо, есть другие у меня бомбы, которые их точно убьют. Проверенные годами. 3, 2, 1. Прощайте. Видите? Умирают. Все умерли, не? Ой. Не. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Dark Dragon, Steam Куёко, Васаби, Серега, Дейзи. Очень много классных подписчиков. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем приветики. Приятного аппетита. Сегодня у нас очень прикольный мод. Будем угорать, веселиться и орать. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем обзорчик. Slender Fortress. Первый у нас Армили. Армиес. Я думал, что она постоит, он же тогда вроде немножко постоял. А потом мочить начал. Стой! Стой! Успокойся, мужик, успокойся! Он шизик, он шизанутый. Пестик вот это качает. Ну да, она очень качает. Не-не-не. Он какой-то неадекватный. Это что, они все такие будут? Они бешеные. Так. Давай подальше, может, посмотрим. Are you woke? Если я неправильно читаю, извините за мой английский. О, так это Майкл Джексон у нас он пошел. Он прям вообще жесткий какой-то. А что у него анимация какая-то стрёмная? Это обезьянка, что ли? Ну, похоже на обезьяну, но это скин Майкла Джексона. Да, это реально Майкл Джексон. Это маленький Майкл Джексон, как из мема. Это странно. Стоп. Так, Bad Butter. Ого, у них такая прикольная музыка у всех. Ну, они такие здесь, какие-то криповые. Это в темноте, наверное, довольно-таки неплохо светится, да, Серега? Если он царапается, а? Слышь, ты два раза убивает или нет? Три раза. Три раза? Слышите, как он бегает? Такой звук прикольный. Как будто он гигантский. Ну что, давайте его замочим. Иди сюда, подлец. Серега, мочи его. Со всей силы. Кого убью, извиняюсь. Извиняйся. Извини. Нифига себе, он криповый. А где он? Убили? Убил. Так, Биг Смоук. Ого, с одного раза дамажит. У него бита, да? Биг Смоук из GTA San Andreas. Да-да-да, кстати. Он же наш кентафурик. Дима, он жирный. Блин, надеюсь, в конце не вылетит из-за этого мода, потому что всех придется поставить. Дима, беги. А я его хочу замочить. Ты где, дурак, что ли? Отвали. Кого убью, извиняюсь. Обиделся на меня. Аня, переключился, ура. Убили? Спасибо, Драгон. Обращайся, Серега. Так, придется мне его убить, ребятушки. Смотри. Сейчас. Баннимен. Знаете, почему мы его так долго убиваем? Да, хорошо. Это точно ютубер, это не из Silent Hill, разве? Это он из игры взят, и этот ютубер еще сразу повредил. Какие-то у него звуки динозавров странные очень. А это звуки быстрого звука. Так. Да, давайте его мочим. Прикольный очень мод, и они такие здесь реально прикольненькие. Дима, знаешь, почему ты долго не убивал? Чего? А потому что он ведь жирный, жир поглощал урон. А, ну логично. Ого. Пацаны, прекращайте. Потому что мне придется еще более мощное оружие брать. Драгон, извиняюсь. Мы его, наверное, не убьем. А убили. Молодцы, ребята. Corrupted Boost. А, я вспомнил, мы когда-то этот мод делали обзор. Да. Давно, очень давно. А мы даже когда снимали Хаги-Ваги в лабиринте, я на все кидал. Да. Где-то года два назад, наверное, снимал этот мод. Может, даже и больше. Бесконечность не предел, Дима. Да? Знаете, кто сносит хп? По 500 хп сносит. Где он? Вот он, где-то. Ох ты, блин.
не увидел его. Бесконечность не предел, Дима. Можно бить его? Да, все, мочите этого подлеца. Ого, он бьет на расстоянии. А че он жесткий такой? Да нет, давайте, короче, стоп. Он какой-то неадекватный. Так, Джесси. Тоже криповая такая, знаете. Их надо стать в лабиринте темном. А, да, можно, кстати, Да. Вот, не, ну мне кажется, она прям вообще мощная. Дальше. Вуди. Тоже криповый, очень быстрый. Да, думаю, он мочит неплохо, пацаны. Хорошо. Так, Крейг. О, вот этот вообще, вот этот надо в лабиринте ставить, пацаны, этого. Он еще и светится прикольно. Да, такой с бензопилами. А что у него в руках? А, бензопилы. Две бензопилы. Да, вот это вообще жирный чувачочек. У него вместо рук бензопилы, Дим. О, Серега, давай, знаешь, как будем обзор делать? Давай. Я буду ставить, а ты вселяйся в него. Давай. Давай, я, короче, поставлю этого с бензопилами. Мне кажется, так будет получше. А ну-ка. Чел агрессивный. Так. Тихо, стопэ, стопэ. Такая музычка играет прикольная. У него прям, у него в башке звук, видишь? Ух ты! А чё ты это можешь еще, Серега? Ого, ты быстро бегаешь. А посмотрите, у него на башке эти... Войки в башке. Так, Серега. И все, да? Да, все вроде. Сколько хп? Там нормально хп. Показывается. Хорошо, Серега, давай следующего. Давай. Ой-ой-ой, какой черпило. Много смерти из Fallout'а. Так, Серега, что он умеет? Он... Так. Ох ты. Аккуратнее, ты же убьешь. Точно жертв. Неплохо. А прыгать можешь? Нет. Да, а по стенам лазить можешь? Нет, тут некоторые нет. Должны уметь вроде бы. Ой, я вышел из него. Так, давай следующего, Серега. Давай. Эй, ты какой-то. Ой, прикольный, что смотрите. Дядя, Маша, двигайся, я тебе задницу удалю бомбу. Ой-ой. Вау, прикольный. Кого там, кого? Так. Это когда вот это из пластилина... Он такой криповый. Когда из пластилина маленький ребенок лепит какого-то человека, вот такой получается. Серега, он хорошо управляется, четко? Нормально, да, гасит или нет? С одного раза? Надо проверить. Давай, давай, убивай. Серег, я вот. Не. По 10 хп сносит, по 15. Ладно, неинтересный. Давай следующего. Флэш Поунд. Во, вот это прикольный. Это скиллинг флора. Да-да-да-да-да, ты точно помнишь? Да, я... Прикольный. Ох, криповый. Блин, он стрёмный. А прыгать можешь? Нифига себе, они высоко прыгают, да, все? Дима, знаешь, что тут жалко? Тут нету переключения режима ярости. У него уже три режима. Ну да, да-да-да-да. Но сначала, ну, зеленый светится, потом это желтым, потом оранжевым и красным, прям безбашенный. А сейчас есть красный такое. Сразу. Так, называется... Нер. Ну там другое первое слово, я не буду его произносить. Серега, ты проходил игру. Это, короче, Дима со спуки Jumpscares Mansion. А ну, поубивай кого-то. Ого. Нер. Есть. Нет, она очень... Ух ты. Это совпадение, Серега. Да я удалил ее случайно, Серега в это время нажал выстрел. Ну сказал же. Она вот это вот. Ух ты. Ее зовут... Радость. Инсанити. Ух ты. Это из Симпсонов вроде. Да? Каких Симпсонов? Это диснеевский мультик. Да какой, посмотри, вот зеленое платье... Нет, это диснеевский мультик. Ну, Серега, иди сюда. Ну-ка, Дим, может, давай проверим, стример есть, нет? Давай. Не, нема, ну блин, она так стрёмно убивает. Аж оглушает, реально. Да, вот она это вообще вся, классная. Вся в дырках. Ты чё? Так, Серега, ну тебе нафиг, ты стрёмный. Она очень... Так, КТ. Ух ты какой, смотрите. Вот это, да, стрёмный вообще в лабиринте это был бы? Это Джефф вроде. Чё он умеет? А ну, замочи меня. А вообще ничего нету. Он не умеет, да, убивать?
А нет, блин, умеет. Мерфис теннис какой-то. Ох, ты какой прикольный, да, скин? Это Соника какого-то. Что он умеет? Это он самый есть. Ух ты, дурак, что ли, испугался? Успокойся. Ого. What the hell? Ух ты, блин. А ну меня замочим, это интересно. Ух ты. Это жесть, а чё он так бегает, как придурок? Это стрёмно, подожди. Ты в лабиринте идёшь такой в лабиринте, там хоррор-ролик, тут такая штука на тебя бежит из-за угла. Так стоит хорошо. Все? Так начинает двигаться, это какая-то дичь полная. Хорошо. А мне кажется, так и задумано. Так, паранойя. Ух ты какой, вообще криповый, пацаны, да? Ноги как ветки какие-то. Это человек глупо. И что, ноги не качал, да, Серега? С контролом он ходит. Ноги не накачал, Серега, руки накачал, а ноги нет? Да. Фигово. А ну, Серега, замочи меня. Классный, да? Так, давай следующего. Квадролекс. Что за обезьяна? Что такое? Сейчас Серега убьет его. Эту... Отлично. Все. Что он умеет? Он как обезьяна. Тихо, нет? Легче, психопат. Похож мутант. Ого, он прыгает. На, в воздухе вырубил, видели? Эпично. Ого, ты перепрыгиваешь. Но у него не сильно медленно. Ой-ой-ой. Это... Хорошо, Серега. Разошелся прям ты. Рейдж снайпер. Давай, Серега, вселяйся. Он без текстурки. Это снайпер из Team Fortress 2 злой. Че он умеет? Ух ты! Че он умеет еще? Нанеси мне урон. Я хочу знать, сколько наносит урон. Я вот. Ух ты, нифига себе. 1000? 200. Ну, прикольно. Не... А ну меня, Серега, замочи. Ты почему ты стоишь? Я звук не прыгаю. А тихо, успокойся. На. Да ну тебя нафиг, Серега, ты какой-то неадекватный. Класс. Звук такой, да? Нет. Гитара именно. Ну. Так, Соунур, Руннер. Короче, бензопилист. А это маска же из этого. А у него 4 или 3, подожди, сколько у него? Маска. SCP маска. Я хочу знать сверху, как будет. Он пришел бегает, да? Успокойся, Серега, ну не психуй. Он бегает, Дим. Тогда я вижу анимация такая какая-то. Ну прикольно, ну быстро, очень. Ты как будто разгоняешься. Смотри, за пенсией... Так, короче... Поехали, спагетти Шрек. На тебе за это. What are you doing, my swarm? Дырки в животе остались. Знаете, поставьте вот сюда бабушки колеса. На. Смотри, что-то резко. Понял. Нам сейчас в конце дай всех поставить. The neighbor. Сосед. Привет, сосед. Здорово, привет, сосед. Здорово. Так, что он умеет, Серега? Ну, смотри, такой походкой ходит понтовый. Да отойдите от меня. Интеллигент. Он псих. А ну убей кого. Ой, прикольно. Он шею скручивает. Он толкает. Он шею ломает. А вот так он бегает. Он хорошо управляется или так криво? Ну, рахитно. Они все рахитно управляются. Ну да. Так, хорошо, Сережечка. Трополофобия. Трипофобия. Трипофобия, боязнь дыр. Ой, ого. На тебе. Ого, такой как выстрел. А ну еще разок. Троих сразу. Иди сюда, как говорится, ко мне. Давайте все бьем встанем. Почнее, становитесь рядом со мной все. Давайте. Я хочу. Ого, а ну меня. Такой звук, как выстрел, да? Да. Неплохо. Отойди. Бешеный. Ты псих, Серега. Хорошо, психопат. Так. Вилладжа. О, это за... Фермер. Animal Crossing Villager. У него топор кровавый.
Значит, он убийца. Ну так он бегает. Так. А так он улыбается своим жертвам. А ну, и потом мочит их. А как он, подожди, как, сколько он человек мочит? Но... Давайте все станем возле него. Он подъездил. Сколько встанет? Ух ты, четверых сразу. Молодец, Серега. Так, давай. И последний. Вилла. Вилар. Он какой-то стрёмный. Ого, вообще, что это такое? Вообще... Это как это? Ух ты. О, зубы какие-то стрёмные. Смотри, где я сейчас откинул с ними. Драган, иди сюда, подойдите поближе. Смотри, как Драган сейчас откинул. Давай. Давай. Бей, Серега. Ого. Ударь, ударь. Это Атраксу... О, тоже отлетает. Смотри, давай назад. Еще как раз будет. Не, ну что, пацаны, я же говорил, будет война. Вы готовы? Нет. Бежим. Ребята, нам конец. Ну, вам конец. А можно взорвите оружие? А чё? Война так война. Давай, врубай. Роботов, можно шпагу? Готовы, пацаны? Погнали. Да. Все на нас бегут. Немножко подлаги. Вот давайте, может, парочку удалю. Так, я вспомнил, мне надо сюда пройтись. Так. Я вспомнил. Вот это бахханалия у нас творится. Как всегда. Надо бежать срочно. А убивать их можно? Да. Можно, можно, конечно. Ты пока успеешь их убить? Конечно, если ты их успеешь убить, то ты будешь молодец. Бегай, Серега. Они в воду не выходят. Не хотят в воду выходить? Хотите выпасть. Так, все все-таки вот бежит. Этот надо. Сережечка! Эй, немного штук сделал. Да я зачистку делаю. Что происходит? Куда, куда, куда? И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Dark Dragon, Дизи, Артём, Радекс. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и у нас обзор на NPC Dark Deception. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать, поднимать вам настроение. Пацаны, первый у нас называется Hungry. Это значит, что он голодный, правильно? Винтус. А он жрет. Кстати, озвучка у него классная. Сыграть взят. Вот это он обжор. Еще, кстати, в конце рукой бьет. Че он так делает? Странно. Устал. Он сейчас будет срать. Он устал. Ребята, видите, какой прикольный. Блин, это классный мод, мне нравится. Отвали, свинтус. У него еще сердечко, да, на этой кофте? Вот ты смотрел, я был на расстоянии. Как он меня сожрал? На! Тебя с кулака вырубил, да ладно. Я не знал, что так будет. Блин, ну прикольно, прикольно. Устал, да, опять? Убить его. Задрал, блин, я хочу на расстоянии посмотреть. Задрал, блин. На, тебя за это ударил. За то, что неправильно вы его мочите. Кстати, у него, наверное, 100 жизни, да? Я так понимаю, ребята? Больше. Больше. Тот больше? Ты еще где-то 2 примерно. Ого, нифига себе. У нас следующий Лаки. Ой, прикольный какой, ребята. Смотрите. Веселиться. Но. А что у него стрелочки вверх идут? Прыгать будет, значит. Ого, он хочет наклепашить меня. Ого, ногами вверх берет. Видели, что он делает? Прикольный, прикольный персонаж. А у него же стрелочек нету вверх. Он все с ярости ушел. Да? Да я вижу. Спасибо, что ты меня обманул. Нет, обычно так. Этот момент ярости был, походу. Ну что, мочим его? Давайте проверим, сколько жизни у него. Ты задрал, убийца. А что у него так жизни мало? Две обоймы, как-то мало у него. Мне кажется, у них по соточке у всех. Давайте, короче, мама быр. Мама медведя. Смотрите, медвеженок кидает. Угу. Я эти, короче, NPC поставлю себе в коллекцию. Так что, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. И с нами может любой записать классный ролик. Я вижу, эти медвежатки, они взрываются и очень сильно. Они камикадзики, пацаны. Очень быстро. А давайте я к ней подойду близко. Она мне что-то сделает, если я прям к ней подойду. А, она меня ударила. Ух ты. Так, давайте проверим, медвежатки эти убиваются. Еще 3 обоймы с ней. Да, но они не взрываются. Думал, когда мы их убьем, они будут взрываться. Но нет, этого не происходит. Ой-ой-ой-ой-ой, ты что, она какая-то психичка. Блин, а мне нравится. Прикольно, да, NPC-шечка? Это больше, да, последний. Да?
Да, покажи. А ты, медвежатки не исчезают. Они же тоже NPC. Хорошо. Нюрсе репир. Ух ты! А что со мной? Куда я улетел на край карты? Что за бред? Она невидимая, бойтесь ее. Она сильно бьется, кстати. Где она? Вот, вижу. А, иди отсюда, шприх соловьиха, блин. Тоже она был со шприцом здоровым, видели? Да, да, они так бегают все, мне сестры. Ребята, смотрите, я играю сейчас за Фокси, и у меня пистолет в крючке как-то странно очень лежит. Как я стрелять собираюсь, да, я даже не знаю. Че, вы ее убили, не? Да, она легкая, тоже 100 хп, походу. Ну, она прикольная, да, по-своему? Ребята, не забываем досмотреть ролик до конца, потому что в конце я поставлю всех NPC, и нам всем жопа. Сейчас старшая медсестра будет. Нурсе Репер Найтмер. На тебе сразу. А ты задрала, смотри, исчезает. Ага. Она все еще. Вот она. И тебе, сестра. Медсестра, дебильничек. Ай-яй-яй, это смотри. Правильно. Мочите ее. Артемчик. Это неадекватно. Нурсе Босс. Ого! На тачке, смотри! Гироскутер, пацаны. Да. Это как считается, мамочкой? Короче, мамочка с бензопилами на гироскутере. Где вы еще такого, ребята, увидите? Это какая-то вообще вакханалия. Где ты, Фредди? Она с одного раза, да, дамажит? Да. Минус 2 хп. Сколько снимать? Она сейчас скажу. 2000 хп. А какой же это босс? Так, Пенни. Опа! Поехала, яичница. Ого, да яйца прикольно кидается. Ты дурочка, что ли? Курочка. Но. Метка попадает. Так тут смотри, я не успеваю даже уклониться. Боже мой, диск. Убил. Молодец. Ну 200 хп сносит с яиц. Да? Так, да, ребятушки, ну что, давайте следующий. Последний, кстати. Не так уж их и много, но сейчас мы будем делать жесткую битву. Тигер Тедди. А, это этот мишка, который мамка рожает. Давайте проверим, он взрывается или нет. Да, не взрывает. Но. Красивый, да, взрыв был? Двоих заспал в кучу, в большом количестве. Я думал, он не будет взрываться, а он как взорвался. Знаешь, что Дима предлагает? Ой, жопа, ребята. Знаешь, как надо делать? Да. Вот этих побоишь. Хи-хи-хи-хи, вот это, ребята, вакханалия. Ну шо, давай, мамка. Закатывайся, она жирная, она, короче, не попадает сюда никаким образом. Спасите. Ого, вот это задамажило. Эй, ребята, что творится? Не знаю. Отвалите, ребята, я вас боюсь. Да что ж такое-то? Что творится? Она не попадает по мне почему-то. А нет, попадает. Вот это жесть. Это ты, Мишек, столько наставил? Ты, наверное, рожала их. Я. Да, я понял. Беги, Димка, беги. Надо брать оружие. Только так мы можем победить. Нифига себе, она меня отталкивает. О, эти штуки появились. Дроченишки. Ого, она, короче, какие-то применяет такие прикольные тактики со шприцом. По-разному бьет постоянно. Беру мини-гар. Отлично. Побежали. Носите кого? Ах ты! Ты что творится? Это я всех тут, можно сказать, поп. Офигеть. Ой, Dark Dragon, извини, по всем фигачек его вижу. Это жесть. Что тут происходит? Да в канале. Всех перебил. Ой! О, до упора. Это штук 50, наверное, поставил. Ну чё, пацаны, давай, драчинишка, иди сюда. Ой. Не, ух ты, попал. Прикольно, они камбухи знают, прикольные. Давай. Ну что ты? Ого, ногами хочет мне ударить. Чё, легко, да, их мочить? Ай, в спину. Миниган дал.
Легко. Иногда она легко, хорошо. Дима, знаешь, давай я... Давай, сейчас я поставлю, следующую волну ты сделаешь. А чё они крутятся, смотрите. А не, нормально все. Ой, меня ж подлагивает. Подлагивает что-то, надо отлететь немножко. Меня маншрут. Ну, типа, удаляя парочку. Такое вахханалия творится, ребята, смотрите, что. О, господи, что лагает. У меня лагает. У меня тоже не лагает. Медвежонки идут. О, готов. Смотрите, что там творится. Что с вами, ребята, успокойтесь. Я буду тебя... Я убью, я убью. Молодец. Вот это жесть! Блин, прикольно, прикольно. Только для чего они это делают? Как будто разгоняются, бежать. Как Соник, знаете, делает? Да. А, блин, это оружие кончено. Надо гранату им кидать, наверное. Я убиваю. Я взял чужую артиллерию. О, я убиваю потихоньку гранаткой. Отлично. Отлично, троих сразу. Вот что, тут шары у нас пойдут. Шары дамажат всех. Что, они сюда зайдут? Эй! Ах ты, мишки! Бум! А я не смог выйти, они меня зажали текстурами или чем. О, броневик приехал! Я взял кое-кого. О, вы всех убили. Ну что, Дардраган, давай, теперь твоя волна. Желаем вам удачи, чтобы... Давай, только чтоб не вылетело у меня. Мне стрёмно. Поехал. Штук 20 так поставь. Поехали. А мы сдохнем. Ой-ой-ой-ой-ой, ты решил нас подписать этими куричачьими яйчиками. Настроение, ребята, классно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Я походу, я возьму серию. Слышишь, а как? Шо? Эта дурочка кидает по мне яйцами сразу. Да ты смотри, что делается. Я убежал! Я убежал! Я застрелил. Я пока говорите. Да что ж такое? Мы не можем возродиться никак. Да ё-моё. Дардраган, ты неадекватный что ли? Ой, простите. Я уже трупил. О, на большом расстоянии не попадают. Я успеваю уклоняться. Я убежал. Я успел. Дима, привет. Ого. На большом расстоянии они, кстати, видишь, не могут, да, попасть? Ну да. Я говорю сразу... А, да блин, что ж такое-то, неадекватная какая-то. Я говорю сразу, извиняюсь, получу. Ой-ой-ой-ой. Теперь ты, Дима, еще. Мне нравится. Это жесть какая-то, я даже не хочу возрождаться. Ох ты, крыса! Да что ж такое, а? Меня убила крыса. Ну что, всех убили? А нет, еще одна. Они летать не умеют, да? А что за UFK? Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Васаби Скромник, Чебузаврик, Серега, Куёка, Тампончик, Рома. Пацаны, поздоровайтесь. Привет, омлет. Всем привет. Пончик. Мы скачали крутой пак на NPC аниматроников Final Nights 4. Если опять кушки, приятного аппетита, а у нас какой аниматроник самый крутой? Погнали. Бунт Чика. Кстати, очень хорошо. Кстати, Серега, обрати внимание, озвучка очень круто сделана, необычно. Так, сейчас мы просто немножко на нее посмотрим, а потом включим ее атаковать. Как музыка какая-то, когда идет, ты похожа, да, на музыку чем-то? Биты, биты делают. Так. Это механизмы у нее шуржат, пердят. Во, убивает с одного раза, кстати, Серега. Ого, смотри, намного быстрее убила. На одной ноге? Ну такое, ребята, можно было бы немножко и побыстрее. Хорошо, хорошо. Ребята, обязательно досмотрите ролик до конца, потому что в конце я поставлю всех NPC, и мы будем против них воевать. Так, следующий у нас Фредбер. Ну, очень круто сделано, прям очень круто. Озвучка переделана, анимации переделаны, текстуры на высшем уровне. Ну давай, попадись ему, боишься? Я не боюсь, Дим. А чё, Чика жила, что ли? Да. А каким образом? Эй!
Они меня притягивают к себе. Это Голден. Я убил Чи. Ой, я не то поставил. Убил ее? Я Чика убил. Толбни Фредди. О, видели, у него слазит скелет. Еще жизни появились. Ой, офигенный пак. А ну стойте, не трогайте, что будет дальше? Он все. Не, он встанет, еще будет последний левел у него. Отойдите от него. Ну-ка. Все. Вставай, ему по яйцам стреляй. Ладно, пусть лежит, друг оживет, как Чика. Блин, ну это крутой пак. Пока есть, мне больше всех нравится этот пак из-за того, что они реально разлетаются аниматроники. Прото Спринг Фредди. Он может своего оживет? Было бы классно, да, если бы он бы типа делал так, чтобы он встал и пошел. Да. Ну, нормально так. Анимация такая, убийство необычное. О, смотрите, скелет слез. Он озверел. Да-да-да, злой стал. Жизнь пополняется в какой-то момент у него. А ну, убивай. Так, прикольно сделано. Просто скелетом стал. Это скелет обычный. Так, уже двое мы сложили. Ну, неплохо. Они сложатся, мне нравится. А успокойтесь, хлопцы. А мы на них обидели. Так, давайте следующий у нас. Прото Спринт Бонни. А ну пусть он меня убьет. Как он убивает, мне интересно. Блин, у него глаза такие страшные. Даже руку укусил. А знаете, я хочу что проверить. Будет звук слышно ходьбы его на всю карту? Не слышно, только в притирку. Не как все аниматроники. Так, голова слезла. Чебузаврик молодец. Короче, у них у всех есть анимация облазывания шкуры. О, смотри, он сел, Дима. Он сел. По-другому, он просто умер. А прикинь, он встанет сейчас. А, ну, вроде бы нет, не хочет. Ну, смотри, чем прикол, что они не исчезают. Ну, пусть будут. Так, жизни пока мисс у них маловато, да, я заметил? Рипер Балунбой. Воу, смотрите. Анимация. Замочил. А ну, пусть меня убьет. Классно сделано. Ого, Дима летает. Необычно для аниматроника. Мне нравится, Серега, что мы добавили худ, и мы теперь видим, кого сколько жизней. У него шарик в руках появился. Он и был вроде. А, был? Все равно вроде быстрее стал летать. Да. Дурака дурят его. Кто? Шар АР-2. Да что ж такое, ты смотри, что делает. Убивай. Ну да, потихоньку давайте посмотрим, будет у него облазить скелет или нет. Он умер. А, он сразу умер. Слабак. Рипер Голден Фредди. Ух ты! Ты видел, как он убивает прыжком? А ну, Серега. Он летает, Дима. Они все как-то летают. Анимашка классная. Так, пошел. А, ну-ка, дробашом в живот. У него жизни больше, чем у тех. Да, побольше жизни. Намного. Ой, красиво попал. Ай. Но не облазит. Да, он просто дамажит нас и все. А нет, вот смотри, что-то произошло. Жизни пополнились у него заново. У него стадия поменялась, Дима. Да хорош, вы чего, психопады? Дима, извини, обстоятельства. Понимаешь, я хотела. Я рахит, я понял. Ой, извиняюсь, обстоятельства. Убили. Опять третья стадия? Так это босс, Серега. Ну что, осталось чуть-чуть. Еще одна стадия. Четвертая уже. Так, надо оружие посерьезнее брать. Может, гранатомет? Скарп. Не, осталось чуть-чуть. Еще одна стадия. А у него ничего, да, не меняется. Он такой, как был, такой и есть. Нет, у меня пока все не сломалось.
Да? Ну это как другой. Он более сломанный. Че, два разницы? Сейчас еще разок, если нет, тогда все. Так, этот не пойдет, во. Нифига себе, у него жизни все больше и больше. Такое ощущение, что медленнее кончаются. Да, Серега, два админских пистолета. Все. Так, или петухом каким-то там хочешь проверить. Бум. Он бессмертный, Серега. Он бессмертный? Ну. Сейчас. Фризган. А если взять, допустим, не тот фризган, сейчас я другой возьму. Ладно, Серега. Он не убивается, бессмертный. Это реально правда. Хорошо, давайте следующего. Блин, жестко мы его валили. Рипер пупет. О, прикольно. Звук такой щупалец. Автоэсминог. Осьминоги, Миха. Привет. Че, давайте помочь им ее. Бузаврик, извини, это более не обстоятельства. Ух ты, это джавелинка была? Да, это я ее. Ой, хорош. Обстоятельства. О, бензопилы пошли. Ребята, добавили в коллекцию оружие новое. Сразу его используем. Лоби. Убили эту штуку или нет? Да. Молодцы. Хорош. Так, Рипер Спринг Бонни. Оф, побежал. Ё-моё, это что за кабанка? Оно пусть убьет меня. Так, у них скримеров нету. Они просто вот так вот дамажат, притягивают к себе и все. Так, надо что-то из оружия взять помощнее. О, гори огнем, падла. О, когда он в огне ходит, дамажится. Интересно, он бессмертный или смертный? О, кто-то открыл огонь жестко. Убили, молодцы. Красавчик, Серега. Так, а те скелеты исчезли, да? До сих пор лежат, смотри. Блин, круто сделано. Спринт Бонни. А ну пусть меня убьет. Так, в него можно вселиться, да, насколько я знаю? Ну-ка. О! Ребята, если ролик наберет 3000 лайков, мы снимем что-нибудь очень крутое с ними. Даже, может, аниматроники пугают охранника. Да, с этим паком можно и снять. Обстоятельства. А ну стреляй. Опа, голова, уши слезли. Челюсть. Оп, туловище. Блин, да вообще каждую секунду что-то слазит. Это скелет обычный стал. Все. Ребята, поставил всех по одному, поэтому, как и обещали, в конце эпичная битва всех аниматроников. 3, 2, 1. Погнали. Надо тоже взять оружие, что-нибудь такое интересное. Со снайперки погасить их. Ох, сразу выносит две или сколько жизней? Неплохо, но этого мало. Во-ё-ё-ё-ё, я нашел оружие, которое их будет мочить. Одни осколки разлетаются. Пацаны, как всегда, гасят жестко. Разваливаем, не дойдет. Сразу сложил. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Можно зайти, записать, пообщаться и поугарать. Успокойся, псих. Я его сейчас замочу, как дурачок бегает. Я тебя замочу. Есть.
Ох ты, блин, притянул к себе. А это разве честно? Нет. А, я понял. Так, что у нас еще есть? Вот такое вот оружие же есть. Остался бессмертный, да? Убить, его нельзя убить. Серега, может попробовать ядерной бомбой его взорвать? Сейчас. Так, ты смотри, убивает, подлец. Два раза мне не надо повторять. Так, я пока выключил его, чтобы он нас не убивал. Сейчас прилетит ему подарочек. Давай. Царь всех царей. Ну что, ребята, тест на мощность против ядерной бомбы. Не, его такое не берет. Бессмертный, самый настоящий бессмертный аниматроник. Бессмертный? Бессмертный, ничего, так, Серега, тогда, никак. Знаешь, тогда Гринвич, где Гринвич был? О, я давай, Entity, давай Гринвич, я знаю. Сейчас будет, Дима, потерпи чуть-чуть. Я терплю. СЦ 1000. Давай, я улетаю. Успею, не успею. Летят, Дима, беги, просто лети. Убежал. Уходим. Ничего не видно, но очень интересно. Ой, нет, я в бункер. Да, я тоже не выжил. Да выжил, Дим, где выжил? Он живой, Серега. Да. Да ну. У него много стадий. У меня есть идея, какая пушка может его убить. Какая? Сейчас. Она у тебя, я надеюсь, осталась. Я надеюсь на это. Нет. Стойте. Сколько у него стадий? Не стреляй. Не, не стреляю. О, нет, что она делает? Нет. Она замораживать, по идее, должна. Нет, Серега, не замораживает. Ладно, есть. А вот фризган. Не. Не, не хочет. Ковырков действует. Не брать в обычных, а он какой-то без. Короче, этот аниматроник. Этот аниматроник больше всех мне нравится, потому что он бессмертный. Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики. Еще.